Добрый день или просто здравствуйте. Вы на канале «Вяжем с Ольгой Кондратьевой». Мы с вами не только вяжем, но и разговариваем. И сегодня у нас опять наше любимое для многих видео. Давайте потрепимся о чем-нибудь. Трепаться мы с вами будем предметно. Мы будем разговаривать сейчас с вами про журналы. Этот обзор, он, в принципе, наверное, как мне кажется, подготовлен сейчас мною больше не с целью, в кавычках, продать книжки, да, не секрет, что у меня есть очень много друзей, которые занимаются этим бизнесом, не секрет, что я пользуюсь своим знакомством и имею возможность отбирать лучшие журналы, а также я имею возможность сделать обзор по журналам. Я, когда получала свой последний заказ от Насти, я попросила ее, если у нее есть такая возможность, дать мне для обзора журналы, которые она заказывала в последней поставке. Почему я попросила? Ну, не секрет, что японские книжки, они есть у каждого, да? Японские книжки, внутри они, как правило, китайский язык имеют, но это не суть важно. То есть это вот библия просто практически всех вязальщиц, ее сейчас уже перевели на русский язык. Мы уже там, я не знаю, сколько времени на китайско-японском варианте, да, вязали. То есть тут все понятно, схематические изображения, то есть, ну, мне лично перевод не нужен, да? Мы вязали, не только брали просто модели, да, когда 260 узоров, там вот таких вот красивых, то есть вот это самая лучшая книга, но она уже есть и на русском языке. И вот такие модели, я все сейчас не потащила сюда, книжки очень тяжелые, девчонки, вот кто считает, что это очень легкий труд, честно, вот это как кирпичи носить, потому что когда Настя мне привезла сумку с книгами, я ее сдвинуть не смогла, я ее волоком тащила до стола и выгружала на стол, не я сама, да, поэтому честно, это очень тяжелый труд, я вам сразу скажу, таскание этих книжек. Ну, для себя любимый, понятно, что оно не сильно, скажем так, нас огорчает. Так вот, есть книжки по отвязу конкретных моделей, да, где у нас есть вот такие различные виды изделий и еще при этом, да, схема вот такая. У меня за мной собака грызет свою собачью погрызушку, поэтому не пугайтесь, если лязгание зубов услышите в микрофоне. Он, конечно, шумоподавлением, но, наверное, не настолько. Но выгнать животное я не могу. Так вот, есть отдельные вот такие замечательные, да, изделия, есть отдельные рисунки. Но помимо классических, ну, классических в общепринятом понимании моделей, есть очень интересные модели, которые вот я увидела у Насти в магазине. Я сразу скажу, что говорят, что японские, китайские вот эти книжки, они есть на AliExpress, на Taobao, там еще где-то. Я там не была, я не знаю, на каких условиях идут все эти поставки, поэтому этот вопрос я здесь не освещаю, ни из жадности или вредности. Я буду рассказывать то, о чем я знаю, да, я знаю о том, что вот есть у Насти в магазине, вы посмотрите, то есть вы смотрите обложки, может быть, вам это послужит каким-то вдохновением, или вы сделаете там, не знаю, скрин и найдете, где подешевле. Каждый человек ищет там, где ему удобно. Итак, чем хороши японские книжки вот эти? В них не затасканные пока еще достаточно узоры, они очень вариативные, и они служат огромной для меня долей вдохновения, которой я хотела бы поделиться с вами. Потому что я вижу, что, например, очень многие скупают, ну, просто говоря, инструкции к книжкам, ну, к изделиям. Это, конечно, хорошо. Ну, мы взяли с вами, да, инструкцию и просто-напросто связали. Это всегда очень удобно, это экономит наше с вами время, которое без того, да, не у всех вязальщиц присутствует в должном объеме, как им хотелось бы. Но существуют книжки и модели, которые имеют гораздо больший потенциал, чем просто повторение какой-то модели, да? Ну, просто вот посмотрели и связали. То есть мне кажется, что они служат для какого-то вдохновения, не столько даже, может быть, как повторение вязания, а где-то, может быть, и немножко по,
ну, скажем так, немножко модернизация вашего гардероба где-то идет, да, какие-то новые стилистические направления. Поэтому я сейчас буду показывать все, что меня вдохновило, видео будет очень долго, кому не интересно, выключаемся, переключаемся на какие-то мастер-классы. А я вам покажу и расскажу, потому что подписчики в Инстаграм проголосовали, да, за это видео. Итак, мы с вами будем смотреть. Многие журналы, они есть четко по аксессуарам. Вот, например, носки. Носки крючком. Я, конечно, понимаю, что все за классику радеют. Но у меня вот дочь, она, например, периодически повязывает крючком. И вот я у Насти заказывала вот такую книгу. Это про носки с крючком. Я буду пролистывать кратенько, да, чтобы вы примерно представляли, что это такое. Вот с такими инструкциями вообще, в принципе, все понятно. Все в сантиметрах, в петлях, в столбиках. Ну, то есть я не вижу никакой для себя лично проблемы, чтобы связать такие носки. Вот для вдохновения, мне кажется, очень классная идея. Я, ну, понятно, что носки крючком, вещь специфическая, не всем носибельная может быть. Но мне кажется, это очень интересный момент, если учесть, что у нас с вами носки, они вошли в моду в этом году очень сильно, да, это продолжение моды предыдущих пары лет, когда у нас носки так робко вступали, в кавычках, на подиумы, да, а теперь они маршируют уже смело, бодро и под босоножки, под все что угодно. Поэтому, кто смелый, вот такие замечательные книжки по носкам. Мне очень нравится. Как они называются, я вам не могу сказать, я вам могу вот только вот так все это показать, да. Но, в конце концов, если вам очень надо, вы всегда можете сделать фотографию с экрана, да, показать в магазине и спросить, есть ли у них такая книжка. Это, так, это моя книжка. Теперь, вот книжка. Книжки эти, я так понимаю, что они издаются в Японии, потом перепечатываются в Китае, поэтому они японские, как бы снаружи, да, но китайские внутри. Вот это такая мини-энциклопедия с перчатками-варежками. Понятно, что мы все уже от бабушек умеем вязать варежки и перчатки всякие разные, но в любом случае, мне кажется, что определенная доля вдохновения и такие нетрадиционные виды перчаток, они, ну, фанатов своего дела, вот, например, не оставляют равнодушным. Посмотрите ткань с пайетками как вообще. Я согласна с тем, что эти книжки не дешевые. Вот это я с вами согласна абсолютно и совершенно. Вот представьте, из кашемира такие вообще. Но я повторюсь, во-первых, вы можете найти где-то дешевле. Во-вторых, вы можете, ну, я такие вещи всегда себе обычно заказываю в подарки. Ну, то есть, когда не знают, что мне подарить, я всегда или ссылочку даю, или... Вот видите, здесь есть небольшая энциклопедия, как все это хозяйство вяжется. Достаточно понятно, то есть я проблем тоже здесь особых не вижу, тут все с схемами, с рисунками, со всем остальным. Итак, у нас есть вот такие замечательные издания по аксессуарам. Вот так выглядит эта книжка. Мне тоже очень нравится. А есть, скажем так, вот у нас была книжка, посвященная носкам, и книжка, посвященная, вот, например, варежкам-перчаткам. А есть книжки смесовые. У меня их куча, поэтому не обижайтесь и не удивляйтесь, что сейчас у нас пойдут вперемешку аксессуары с одеждой совсем вместе, потому что разделить четко вот эти журналы все, скажем так, поидейно, я не смогла. Итак, переходим к следующим журналам. Вот так выглядит обложка. Понятно, что это серии. Это разные серии разных, я так понимаю, издательств. Да? Вот такая книга замечательная. Мне очень тоже понравилась. Тут у нас с вами понятно, что мы... Ну, я буду 150 раз, наверное, говорить, что понятно, что все это. Это все очевидно. Но, знаете, судя по комментариям вообще на YouTube, но, видимо, в Instagram подписываются люди на меня, те, которые со мной совсем все на одной волне, а те, которые не на одной волне, сидят молча. А на Ютубе каждый считает своим долгом высказать свое мнение, отличное от мнения автора, и, как правило, это все высказывается именно в такой категоричной форме, типа «автор, конечно, дурак, но...» Ну, с тех пор, как я поставила комментарии на модерацию, количество таких комментариев, оно почему-то уменьшилось. Отсюда мораль. Этим авторам таких комментариев, им, я так понимаю, не важно донести свое мнение до меня, а им важно показать свое «я» перед другими. Поэтому у меня с тех пор все комментарии стоят на модерации, поэтому обижайтесь, не обижайтесь, но понятие «обратная связь» у меня очень специфическое. Так вот, понятно, о чем я говорю. Конечно, это очевидность, что вот эти сумки уже вязали где-то в Инстаграм, еще что-то. Но вы посмотрите, вот это прям Шанель, понимаете? Сумка вот такая, мне кажется, может быть в любом
вообще вот варианте, я бы, конечно, сделала, например, кожаные ручки, они сейчас продаются. Если вас что-то бликует, не очень хорошо видно, а вот с кожаными ручками, посмотрите. То есть очень классно, и потом всегда это носибельно. Ну, гетро вопрос, конечно, сами открытые, маленькие клатчи тоже вязались в Инстаграме несколько раз. Вот такие замечательные носки-тапки. Вот на самом деле я, как человек, который, я все знаю, что я очень не люблю изделия, вязанные крючком, может быть, не умею их готовить, не вопрос, но вот в этих журналах я нашла столько изделий крючком, которые мне нравятся, что для меня, видимо, у меня специфика восприятия моего крючка, что вот я вот крючок в этом вижу, а в этом не вижу, она просто очень своеобразна. Ну, вот такие юбки, это, конечно, так на любителя. Тапки, вещь хорошая, мне кажется, пригодится, особенно у кого маленькие дети. Мне кажется, классно. Я бы такие на уровне дома носила носки. Смешные сумки, смешные воротники. Жилет, понятно, что вы бы просто подпилили под себя, да, создав немножко другие, может быть, линии или более драпирующийся материал взяв. А крой у японцев, китайцев, неважно, кто они, специфически. Посмотрите, это же просто классика. Это такая классика, плечики поставить, ну, вообще просто это носить, не переносить в этом году. То есть модные сумочки-мешочки, да, они сейчас в моду тоже вошли у нас. Вот такие сумки. То есть вот здесь тьма тьмущая всяких интересных вещей. То есть вы всегда можете банально вдохновляться, да. Единственное, что я, конечно, не подскажу вам, как, скажем так, покупая, ну, какой-то журнал, да, ну, понять, что в нем есть. Но в этих журналах бывает иногда, я не знаю, в этом есть или нет, в этом, наверное, нет. А вот в других мне попадалось, там была такая развертка, сейчас посмотрю, может быть, в этом, там прям модели были, во, изображены, на какой странице какая модель. Поэтому, если вы не знаете, какой журнал купить, всегда можно взять, попросить продавца вот сфотографировать вам содержание журнала, и вы можете посмотреть, что вам здесь нравится, что не нравится. Мои любимые журналы с аранами. Во-первых, тут, как всегда, да, есть учебник-технология, где все объясняется, как что вяжется. Опять схемы идут, и идут модели. Сейчас покажу. А, они вперемешку со схемами. То есть, начиная, да, тут тоже аксессуары. У меня просто они раньше были выложены, аксессуары в стопке. Вот они. Такие, они реально интересные очень. Понятно, что все на любителя. Но что шапки? Вот такие шапки очень классные. Мне, например, нравятся. То есть, я бы немножко просто, ну, скажем так, технологически это по-другому сделала. Но, по крайней мере, выкройку и все остальное можно смело брать. А, воротники, кто не любит шарфы... Сумки. Сумки мне вот с кожаными ручками нравятся. Я сразу скажу. И у меня была такая сумка. То есть, жалко, она не засветилась в интернетах. Но она была. Даже не одна. Вот. Шарфы и вот твит наш лучший друг. Шерсть. То есть, все. Вот замечательные, смешные гетро-носочки. То есть, гетро очень хорошо смотрятся с различными видами низкой обуви, ботинками тяжелыми. То есть всегда можно. То есть береты какие-то есть. Тоже технологии здесь все показаны. То есть вот по аксессуарам. Ну, в принципе, по картинке, в общем, можно сразу понять, что вот здесь в журнале будет много аксессуаров, да? Мы с вами сейчас, вот видите, то есть тут маленькие учебники существуют. Переводы этих книг, насколько я знаю, на русский не существует, но не исключено, что скоро они появятся. Вероятно, кто-то возьмет на себя такую материальную ответственность и переведет, хотя меня терзают смутные сомнения. Видите, еще тогда, как в старину раньше, на две спицы набирали. То есть здесь есть вот такие вот учебники, где все это все объясняется. Это для начинающих. Вот не умеете вы вязать, купили книжку и пошли вязать. Различные виды всяких смешных швов. И вот простые вещи для тех, кто хочет научиться вязать. То есть, если у вас есть ребенок или подруга, которую вы хотите заинтересовать вязанием, вот такую книгу всегда можно подарить. Здесь очень легкие аксессуары. Ну, вот шарф, он же очень классный. Здесь схема к нему, все объяснено, все показано, прям как эти араны вяжутся. Мне кажется, это очень-очень классные. То есть, журналы, его можно подарить, такой журнал, смело вязальщице, но вязальщица скажет, скажем так, без опыта, потому что опытная вас может покусать. Скажет еще, что вы думаете, я вязать такую фигню не умею. Так, из разделов, ай, я все могу. Вот, крючок на любителя, согласна.
Жилет для всех. Комплект очень интересный. На самом деле, если вы возьмете пряжу благородного состава с небольшой долей люрекса, может очень шикарно смотреться и носиться будет ого-го. Вообще, многие модели, которые здесь заявлены, их при исполнении из должных материалов, это бы я, конечно, вышивала, а не вывязывала, всегда можно, скажем так, адаптировать к своему стилю и к своему образу жизни. Потому что, когда вы что-то вяжете из твида, это одно будет. А если вы возьмете, например, какую-нибудь смесовку, меринос, например, с люрексом или кашемир с люрексом, то будет совсем-совсем другое. Еще можно мелкопоеточно залудить. Вообще будет феерически. Ну, такие вещи, они очень на любителя. То есть, вот они есть. Они есть такие более фолк. А есть... более классического прочтения. Вот здесь видите, что вот этот журнал, он полон моделей самых разных. Посмотрите, какой жилет потрясающий. Это же вообще просто красота. Шапка, кстати, очень интересная. Смотреться может хорошо. Вопрос, конечно, ее вот этого запаха, но его лучше делать на затылке. И смотреться будет интересно, но а спереди будет смотреться классически. То есть вопрос вот этих моделей здесь, видите, разные. Здесь есть и крючком, и спицами, и непонятные нам модели, и очень классические. То есть он, вот этот журнал, он очень разнообразный. Но здесь, я повторюсь, это разные издательства, и они разные показывают изделия. А теперь давайте посмотрим, что у нас есть еще. Продолжу вас утомлять дальше. Давайте перейдем к чему-нибудь покрупнее, с кроем интересным, а то аксессуары, они многих утомляют очень быстро. Итак, вот такие журналы тоже. Ну, здесь фотографии, вы просто, вот, ну, я не знаю, у меня эстетическая моя составляющая вязальщицы, она прям бьется в конвульсиях, на самом деле, когда видит вот такую подачу, потому что фотографии, конечно, изумительные. Стиль. Кто носит, вот Боха, например, какой-то, вообще классно. Мне очень нравится. Вот на самом деле, если такие вещи вязать из пряж, скажем, нетрадиционного варианта, иногда смотрится очень феерически. Вот такие вещи, кстати, митинки классные, видите, с пуговками, с такими. Понятно, что тут просто почти резинка, да, но... А, кстати, вы знаете, что правильно митенки, оказывается. Погуглите, кому интересно, посмеетесь вместе со мной. Вот такие жаккардовые замечательные жилет. Мне очень нравится. То есть из чего хотите. Хоть из благородных материалов, хоть не очень. Мне очень понравился свитер. Я бы горловину сделала иначе. Ну, все знают мои эстетические загоны на эту тему. Но вот стилистически, как это сделано, именно взять вот такую пряжу, я бы такой свитер носил, просто одела бы его чуть иначе. Вот такие нахальные накидушки мне прям очень нравятся. Посмотрите, какая подача, то есть и как сапоги подобраны, и джинсы. То есть это вот фотоальбом, понимаете? Это не просто вот инструкция, это, знаете, как вот у Рова на книжке, да, такие замечательные. Ну, прям красота. Налюбоваться невозможно. Вот эти вещи, если бы знали, как я их обожаю, вот такой крой, мне очень нравится. Я бы вот себе понавязала 10 штук таких с капюшонами, вот такие штучки мне нравятся. То есть у кого девчонки, молодежь, подростки, мне кажется, что это очень будет хорошо в гардеробе приживаться. Вот такой журнал. Ну, то есть вот есть журналы, ну и тут дальше пошло, да, с инструкцией. Вот эта серия, посмотрите, да, вот это трикотаж, где птичка. Где птичка? Вот такая с птичкой. А, у меня еще есть с птичкой. Вот, смотрите, вот это же серия. Давайте сравним. Вот, с птичкой тоже альбом у нас с вами идет. То есть посмотрим, что здесь. Вот, ну это просто вот взяла, связала. Но это классика, это тоже можно себе смело связать. Мне очень нравится, не знаю, как вам. Прям такие модели очень-очень. Тоже хорошая модель, шапка очень классическая, к ней митенки, да, митенки, теперь будем троллить всех. Болеро очень классное, понятно, что здесь девочка в носочках, да, но представляете, да, что это болеро, оно и с бойфрендами будет смотреться, и с классическими брюками, и вполне вероятно, надо просто юбку подходящую подобрать. Мне кажется, это очень классная идея, кто такие вещи носит. Очень красиво, видите,
пуловер такой, он джемпер, да, джемпер, с круглым вырезом, и вот рукава такие, то есть можно и жилет связать, кто любит, то есть аксессуары. Мне понравилась очень идея вот этих накидушек с застежками. То есть я как человек, которому вечно то жарко, то холодно, мне кажется, будет здорово. Классические круглые кокетки, классические жилеты, которые сейчас опять вошли в моду. А, вот такой, ну, вы же понимаете, да, что если связать рукава подлиннее, не надо, ну, вот этот мохнатый воротник его делать или благородный, или не делать вообще. Но это можно хоть с каблуками носить, хоть с валенками. Ну, то есть вопрос, как вы это свяжете, из какого материала, это можно тоже подключить и люрекс, и пайетки, и подмотать нить махера, то есть у вас фактически верхняя одежда получается на весну-осень, если вы такое носите. Но опять любая вот такая вот повязка, она может быть, да, и фрагментом шапки, если ее по кругу связать и связать тулью потом, это может быть и шарф, то есть фантазия ваша не ограничена. Очень красивый жилет. Вообще китайцы и японцы, ну, наверное, все-таки японцы, да, они, я так понимаю, знатоки вообще этого дела, потому что вот жилеты с рубашкой мне прям очень понравились. Здесь очень много вариаций различных. Такие кофточки. То есть здесь вещи, которые вот прям сел, связал. Вот прям сел и связал. Опять обратите внимание на сервировку, на подачу, да, как подобран фон, как все вот разобрано. Все, как всегда, с рисунками, с выкройками. То есть мне очень-очень понравилось. Это вот второй журнал с птичкой. У меня и третий журнал с птичкой. Смотрите, мы сейчас с вами... Мир Николая Дроздова просто будет. Так, вот еще один с птичками. Угу. Вот здесь модели, я так понимаю, не по номерам, а по буквам идут. То есть вот, пожалуйста, классический жилет. Но единственное, что, знаете, они все-таки как-то не очень аккуратно вяжут. Некоторые вещи крупномасштабные, я понимаю, что это хэндмейд, фактически Хейвард на босу ногу. На самом деле прикольно смотрится, если сделать несколько иначе. Дамам я бы рекомендовала вот здесь сделать бархатные ленты с бантами, вероятно, и это очень круто бы смотрелось на обычную рубашку, не на клетчатую. Ну, тогда резинку заменить на планку, например, какую-то рисом. Я в этой ситуации и сверху, и снизу бы, да, заменила. Платье. Платье тоже классно смотрится. Единственное, здесь достаточно широкий рукав, и я бы его делала короче. Ну, чтобы руки выглядели длиннее, чтобы не рубить фигуру на такие куски. Обычные наши любимые с вами арановые кардиганы. Вот посмотрите, какая пряжа смешная. И шорты. Кто хочет связать себе трусишки до колена? У кого суровая зима в регионах? Шарфы, снуды, шапки, всякие балаклавы. Я кратенько, можно, да? Вот здесь пройдусь. Крючок, спицы, опять мини-уроки. То есть, конечно, все книжки не скупишь. Ну, в силу того, что они, скажем так, в России они не дешевые. А если мы с вами будем рассматривать вариант привести, например, там с Таобао, я не пробовала, я не знаю. Поэтому кто попробует и купит, и получится очень дешево, тут молодец. Но получить такой в подарок, мне кажется, было бы классно. Единственное, что когда вы выбираете в подарок, вы учитываете, если у вас подарок идет как заказ, ну, например, я заказала, а вы подарили, ну, оплатили в кавычках, да, это одно. Если вы хотите сделать сюрприз, вы все-таки посмотрите, какие типы вязания ваша подруга-вязальщица или родственница, да, она предпочитает. А может быть, вы мужчине подарите. У нас есть и мужчина вяжущий. Вот этот омер очень мне понравился, очень. То есть, вероятно, я его в дальнейшем себе тоже буду приобретать. Ну, я, потому что у меня есть те, которые я уже купила, те журналы, которые я буду покупать. Вот. Тут классика. Тут очень красивые вещи. Вот такие я прям очень люблю, мне нравятся. Жилеты потрясающие. Я вообще что-то зафанатела жилетами. Мне прям так хочется столько много их связать для себя, что просто невероятно. Вот, это прям очень мне нравится. То есть, ну, единственное, смотреть, да, как
сажать, фигуры разные бывают, но вы в любом случае, понимаете, вы любое изделие, вне зависимости от того, какое вы описание покупаете, вы должны осознанно сажать на свою фигуру. Вот прям очень классические вещи, мне нравятся. И прям мне нравится эта, знаете, такая деревенская шерсть в окрасе. Прям очень классические, какие красивые свитера. Еще бы модели шею нарастить. Ну так, или выпрямить ее, а то прям смотришь на нее, и остеохондроз начинает крючиться свой собственный. Вот, видите, то есть классические вещи. Вот эта штука меня прям поразила. Ну, то есть для вдохновения никто не говорит, что надо взять инструкцию, чтобы связать шарф и сшить его, как кольцо Мёбиуса, да? Но в любом случае вдохновиться всегда есть чем. Вообще, если есть мозги и Google, можно вообще ничего не покупать. Можно вот прям... мне нравится. Можно просто, да, сидеть и гуглить, и самой придумывать. Но для тех, кто любит, как я как-то вот очень люблю вдохновиться какими-то вещами, и если вы можете, понятное дело, себе позволить. Еще вещи, вот это вот Aran Nordic Fire Easel, тут Isle, да, как он там правильно читается. Кстати, у меня есть еще детский журнал, я вам потом сделаю обзор по детским моделям. Вообще, меня спрашивали тут в комментариях, типа, почему вы не делаете никогда обзоров на детские вещи. Ну, понятно, у меня ребенок уже настолько вырос, что уже ни о каких детских вещах мы не говорим, и, естественно, я эти тенденции не отслеживаю. Ну, банально, у меня на это нет времени, а если это не имеет практической ценности, да, то оно отодвигается, конечно, на второй план. Но я тут полистала детские журналы и поняла, что, да, надо будет сделать ролик. То, что нравится мне, да, и то, как вижу детскую моду я. Итак, у нас с вами вот это по крючку. То есть у меня дочь выбирала между этой книжкой и другой. Но так она не смогла выбрать. В итоге мы взяли одну, а потом решили взять эту. А вот мне крючком вот такие вещи нравятся. То есть я не все вещи крючком люблю. Я люблю очень ограниченное количество. Но вот у японцев вещи крючком мне нравится. Вот я бы такие вещи носила. Вот отсюда бы траву эту оторвать, и был бы классический, фактически, арановый шарф. То есть вот эта книжка посвящена аранам крючком. Тут надо, понятно, да, увеличить немножко. Или как галстук. Кстати, длинные тонкие шарфы, они тоже в моде. Просто 4 подряд вяжем, и будет счастье. Вот такие вот замечательные всякие шали интересные. Понятно, что можно увеличить, сколько вам надо. Сделать классической. Накидушки, которые можно вплоть увеличивать до кейпа, да. Только вот мех вот этот не пришивайте, я вас очень прошу. Я прямо умоляю вас даже. Вот без меха было бы вообще прекрасно. Хоть замазкой замазывать. Вот, поэтому... есть что посмотреть. Вот араны крючком, вообще они достаточно, мне кажется, редкие. Вот еще одна книжка. В этой книжке есть модели как крючком, так и спицами. То есть тут во многих книжках есть микс, да, и того, и другого. Понятно, что если вы вяжете только спицами, вам, наверное, это неудобно, да. Но вот, например, книжка здесь связана крючком. Вещь, которая мне очень нравится. Вот это связано, по-моему, спицами. Это вот крючком, судя по всему, это спицами, это крючком, а можно связать и спицами. Даже, мне кажется, было бы интереснее вот это связать спицами, а это крючком. Вот эта вещь меня вообще поразила. Ну, это, понимаете, это уже вещи такие, они на определенную стилистику рассчитаны, но в любом случае сделать ее более классической всегда можно. Есть совсем классика. Вот, понимаете? Ну вот мы же можем с вами хоть спицами, хоть крючком. Здесь платочка, здесь вместе накид. Здесь платочка, здесь две вместе накид. И вот такую вещь совершенно спокойно связать. Если у вас есть выкройка, а здесь выкройки есть. Вот эти вот пончо с рукавами. Мне очень нравится. Это есть такая известная модель свончо. У нас в Инстаграме многие девчонки вязали. И Оксана вязала свончо. Модель, кстати, достаточно удобная. Кто любит в демисезон такие вещи носить, понятно, что кому-то холодно, кому-то жарко, а кто-то спокойно носит. Вот кто носит, очень классная. Она еще расстегивается. То есть такой получается очень интересная модель. Посмотрите в современном прочтении. Ну, мне очень здорово. Из твида бы хорошо смотрелось, кстати. Вот это вообще классика на все времена, мне прям очень нравятся такие вещи, а здесь хоть крючком, хоть
спицами. Вот здесь тоже принцип круговой кокетки. Здесь связано крючком, но мы с вами, кто не вяжет, не владеет или не любит, можно связать спицами. Вот модель спицами. Захотим столбики без накида или какой-нибудь красивый узор, и, пожалуйста, можно связать спицами и крючком. Вот, мне очень тоже модель понравилась, такая накидушка, знаете, когда ветер, например, какой-то, то есть тоже классно с рубашками носить, когда в свитере вроде бы жарко, а в рубашке вроде бы холодно, что делать? Ну, вот в такой ситуации на помощь приходят вот такие дивные штуки. Хоть сарафаном, хоть жилетом, то есть как угодно. Вот такие платки я вообще обожаю, это все знают. Для меня чем проще платок, тем лучше. Очень красивая модель. Вот понимаете, вот так вот женственная кофточка на девушку, тетеньку, может быть. А вот так одели, и уже современный актуальный образ. То есть, ну вот я спокойно могу, я бы завязки единственное, что может быть, заменила на другой шнур, наверное. То есть, если вы хотите нарядно, вы можете это связать из благородной пряжи и пустить бархатные ленты, но носить именно не на голое тело, хотя на голое тело тоже можно, но вот можно просто на белую рубашку или на какую-то блузку. А если вы хотите простоты добавить, да, берете твид и шнурки меняете на какие-то хлопковые интересные шнурки. Сейчас вообще ассортимент очень большой всяких таких сопутствующих товаров. Вот, очень интересная кофта, она вот здесь вот подана в таком стиле, скажем так, на любителя, да, но может быть интегрирована в наш с вами гардероб очень легко. Вот эти различные болерошки, я прям, ну, очень мне нравится это, кто любит нора, прям, пожалуйста, сочетайте, очень красиво смотрится. Вот тоже интересная модель, потому что вот так, когда если на нее смотреть, ну, по мне никак, я бы вообще не засмотрелась бы ни в коем случае. Вот мы с вами смотрим вот так, и уже совершенно другое прочтение, когда уже нам автор показывает, как это может быть подано в вашем гардеробе, в вашей жизни, в соотношении с вашими физическими данными. То есть, вот, кстати, такие вещи, они и на крупных дам неплохо заходят. Единственное, что я бы не стала вот такие веселехонькие пуговки делать, я бы все-таки сделала их более, наверное, какими-то брутальными, простыми, просто деревянные или костяные. И дальше здесь, как всегда, идет у нас немножко учебного курса. Эти книжки хороши тем, что по ним можно немного учиться. Ой, сейчас меня придавит вот этой стопкой огромной. И вы от меня отдохнете. Вот, тоже интересная книга. Кто любит Нора Дундагу Кауни, вы к ним можете, к Норе Дундаге Кауни, приматывать, например, твид и миксовать. Но к Норе-то не надо. А вот к Дундаге Кауни, к тоненьким можно. Есть вот такие интересные штуки. Смотрите, как классно смотрится. То есть, казалось бы, ерунда. И пошли. Ну, вот это просто бери себе и вяжи. То есть, практически это для любителей сложных вещей. Но я бы здесь над кроем подумала, да? Но идеи заимствовать можно. Смешные детские вещи различные, жилеты, мех, помним, да, или благородный, или не надо нам эту страшную чебурашку. Чебурашка должна быть красивая. То есть есть версии, мне нравятся эти вещи очень своим кроем. То есть кроем, подбором цветов интересных, фактур. То есть всегда тут множество, как вот, множество уроков, как всегда, различные выкройки и куча всяких идей. Вообще, у Насти в Инстаграме, в ее аккаунте есть листалки, то есть небольшие, где она берет, вот так вот листает книжки. Ну, естественно, не на такой скорости, помедленней. И там очень многое содержание многих книжек можно посмотреть внутри. Поэтому перед тем, как купить книжки, вне зависимости от того, у Насти вы их покупаете или, я не знаю, там на Таобао каких-то посредников искать будете, но всегда можете ознакомиться с внутренним содержанием хотя бы кратко. Ну, здесь я вам показала то, что есть, но поверьте мне, там ассортимент гораздо богаче, и я отобрала только то, что вот, ну, мне интересно было бы вам показать, то, что меня впечатлило, скажем так, но все перебрать, естественно, я не могу в силу того, что книг очень много, они очень разные. Вот эти жилеты, здесь вообще классика такая, которая может быть интегрирована вообще в любой гардероб. Причем здесь и жилеты, и шапки. Ну, то есть немножко аксессуаров, да, шапки, шарфы, жилеты. Ну и свитер, вот видите, очень красивый свитер, кстати, классический. Тоже вот такой есть. Причем тут
я так понимаю, M и XL, то есть типа большие размеры, наверное, имеется в виду. То есть это мужская мода, видите? Но я не знаю, как вы, я совершенно спокойно ношу мужские вещи, и вяжу себе мужские вещи, и не страдаю от этого. То есть книжка хорошая, то есть на мужчин бывает не так много, а здесь как раз можно подобрать узор хороший. Книжка, которая для меня, это просто альбом, я на нее смотрела, и я не знала, честно, как ее выпустить из своих рук. Это жаккарды, мои любимые, со схемами, с чертежами, с идеями. Посмотрите, какая красота. Здесь показаны методики разрезного жаккарда немножко. Идут описания различные. Описания на китайском, да, понятно, что не на русском языке. Но это прям альманах. Тут показано, как выполняются вот эти вот операции. Ну, я думаю, что на Ютубе полно уроков по разрезному и не очень жаккарду. Ну вот здесь просто вы видите, да, сервировка вот самих изделий очень красивая. И здесь вот чертежи показаны, как все это делается. Все с уроками. Поэтому всегда сможете вдохновиться не только безумной красотой таких книг, но и их практической, скажем так, содержательностью. Есть очень редкие книжки у Насти. Это уже то, что у меня дочь себе отложила и не хочет отдавать категорически или отобрала. Это вот такая книжка, связанная с вышивкой. Кто вышивает, понятно, вам не интересно, вы все умеете. А кто не умеет, может вдохновиться вот такими вот замечательными вещами. Я, честно, под впечатлением, когда увидела, вот я эту книжку сразу отложила. То есть у меня дочь сразу сказала, да, да, мама, это надо. Все вообще неописуенной красоты. Прям очень. То есть для меня это вот прям, ну, иногда самой себе надо делать подарки. Я себе их делаю. Так, это раз мой подарочек. Два мой подарочек самой себе. Это вот здесь вот модели, они нарисованы. И как вы можете увидеть, на что здесь Ольсанна купилась. Ну, конечно, 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 я купила на этот крой. Вы видите, какие сложные здесь модели, да, с точки зрения посадки на фигуру. Я не могла устоять от таких вещей, естественно, я прям вцепилась руками, зубами и всем, open front фактически, да, буду повторять, скорее всего, из яка. Юбка мне понравилась очень, здесь тоже нюансы кое-какие показаны, носки, вот такие жакеты, накидушки, кто умеет вязать, и очень-очень умный, или не очень-очень умный, но шибко сообразительный. Я думаю, могут такие вещи вязать, наверное, без инструкции. Но я вот себе в качестве вдохновения вот такие вещи прикупила. Штанцы вязать не буду, а вот жилет мне прям понравился. Так что есть что посмотреть. Второй. Кстати, заметили, да, у меня вот эта типография мне прям очень понравилась. У меня их две. Эта серия тоже, ну, здесь уже более классическая. Это я обязательно себе свяжу. Это даже вот не оговаривается. Единственное, что вы же понимаете, что она руки не подымет. Мы понимаем, да? Поэтому, конечно, должно быть шире. Поэтому, если мы не хотим изображать из себя дивную китайскую женщину, надо будет разумно подойти к этому вопросу. Вот классика тоже. То есть иногда надо смотреть шире, понимаете? Смотреть шире гораздо, чем хочет нам показать автор. Понимаете, я думаю, что здесь эти книги, они рассчитаны на самом деле не на тупо повторила по инструкции, а просто вдохновилась. Вдохновилась, повторила вероятно, а может быть и невероятно. Но мне очень понравились вот такие вещи. То есть вот это я себе тоже уроки. Как всегда. Вопрос, конечно, кому надо, кому не надо. Вот. Очень мне понравилось. Что у нас видео какое-то 100-километровое получается. Не убейте меня, пожалуйста. Кому не надо, выключайте, идите чай попейте. То, правда, столько... Это я еще стою с вами, разговариваю. Уже потеря сознания близка. Вот. Вот. Видите, это модели крючком. Это у меня дочь себе взяла. Она хочет попрактиковаться в таких вот интересных вещах.
Поэтому, если вам близок крючок, я рекомендую попробовать что-то не совсем такое, скажем, привычное, да? Попробуйте расширить свои горизонты. Повторюсь, что не всегда и не для всего обязательно покупать все на свете. То есть вполне вероятно, что вы вдохновитесь этим видео, вполне вероятно, вы найдете где-то подешевле, вполне вероятно, что вы скажете, ой, какая фигня вообще, просто мне не понравилось, вот куплю себе журнал, там Рован, и по нему свяжу. Не вопрос, кто-то и по Сабрине умудряется нормально вязать, и по Верене. Вот. Но моя задача вас вдохновить, моя задача толкнуть вас на поиск чего-то нового, да, и помочь увидеть, что все вот эти модели, они не просто для того, чтобы вы просто открыли журнал, я набрала 20 петель и пошла вязать вверх. Нет. Смотрите шире, смотрите глубже, потому что большинство этих моделей может быть адаптировано абсолютно на любую фигуру. Многие из них могут менять крой, и очень многие из них могут вписываться практически в любой гардероб. Поэтому, если вы вязали из японских, китайских журналов, оставьте, пожалуйста, комментарий под этим видео. Мне кажется, что для очень многих моих зрителей будет полезным чужой опыт, не для меня. То есть я читаю все ваши комментарии, не пугайтесь, даже если где-то не ответила, стараюсь отвечать, ну, исключительно на вопросы по одной простой причине, что у меня времени не хватает отвечать всем, но я все комментарии читаю, все слова принимаю близко к сердцу. Вот. Но если вы когда-то пробовали, да, вязать, можете поделиться вашими впечатлениями с моими подписчиками, нас с вами здесь достаточное количество, и понравилось, не понравилось, что не понравилось, и мне будет интересно почитать, и всем остальным. На сим откланиваюсь, я с вами, видео получилось, к сожалению, очень скомканно, сделано на коленке, когда оно выйдет, я пока не знаю, но надеюсь, к тому моменту что-то будет в наличии, и что-то вы сможете приобрести. Ссылку на магазин я оставлю под видео, на Настин именно магазин. Но поскольку вы имеете перед глазами, да, различные скрины, которые вы могли сделать в процессе, да, вы можете найти эти книжки, я думаю, без проблем где-то в других местах, если вам, ну, не подходят условия моего магазина. Всем желаю хорошего настроения, вдохновения. И удачи. Вяжите, пожалуйста, с удовольствием. И, как всегда, делайте это лучше, чем это делаю я.